Итак, значит, продолжаем. У нас есть модель студентов в нашем проекте, да? Мы запускаем сервер. Вот, во втором терминале активируем виртуальное окружение. Вот, для ввода команд, каких нам надо будет. Вот, затем заходим в браузер на порт 8000, где мы добавляем. И где мы запустили сервер. И, значит, добавим вот сюда, вот вверх, ссылочку для регистрации. Значит, открываем шаблон главный. Вернее, делаем новый файл с именем header. Ну, чтобы как-то разделить шаблончики, чтобы не все в одно лепить. Вот. А мы отдельно сделаем header и из layout вырежем всю часть, которая ответственна за шапочку, и положим ее в файлик header для того, чтобы как-то нам этот layout облегчить. Вот. А в layout мы подключим этот шаблон функции include. Include — это такая хорошая полезная функция, вернее, она называется шаблонный тег. Django нам предоставляет эти шаблонные теги. Вот, для того, чтобы можно было какую-то логику шаблонов придумывать. Ну, вот сейчас я использую логику включения другого шаблона, одного в другой. Вот. Но есть еще логика циклов и условий. Вот. Итак, он нам говорит о том, что директория... ошибка подключения, в общем. Попробую-ка я сюда добавить апостроф эти. Вот, теперь хорошо. В общем, ситуация не изменилась, как бы, но изменилась архитектура немножко, мы вынесли в отдельный шаблон. Вот, дальше я использую другие шаблонные теги, как я уже говорил, одни из них, они определяют логику условия, и проверяю пользователя на регистрацию. То есть получается, что в шаблоне у меня в каждом шаблоне присутствует переменная user. Django мне добавляет эту переменную и очень хорошо делает. Я могу везде, в общем-то, проверять, зарегистрирован пользователь, вернее, залогинен он или нет, авторизирован он или нет. За это отвечает параметр isAuthenticated. Тут я, кстати, ошибся. Не registrated, а authenticated. Но я потом ее еще все исправлю. Вот. Дальше, что мы делаем? Значит, если пользователь зарегистрирован, мы выводим какую-то ссылочку. Вернее, если он не зарегистрирован, мы выводим ссылку для регистрации. Вот. Если зарегистрирован, мы выведем какую-то ссылку на личный кабинет или куда-нибудь еще. Вот, я добавляю нужные классы кнопки, чтобы придать им какой-то божеский вид. Верстальщик с меня такой себе. Вот. Но пока вот оно у меня не получается. Я попробую вот такой другой класс. BTNSM. Маленькая кнопочка. Типа того. Да. Добавлю еще один. Это все классы идут из Bootstrap. Вот. Их можно помнить, можно нагугливать, короче. Вот. Ну вот что-то кнопочка изменяется, но что-то она сильно здоровенная какая-то, да. Вот. Попробую я ее менять стилями. Я подключу какой-нибудь свой стиль, назову его как-нибудь кастом. CSS. Вот, создам этот файл в папке static. В этой папке обычно содержатся статичные файлы. Вот, статичные, потому что они статичные, то есть они не меняются в процессе работы сайта. Они пишутся один раз с верстальщиком и потом так и там находятся вообще. Вот, потому что есть еще папка будет медиа. Это динамичная папка, куда люди будут грузить свои там картинки, отчеты и так далее. Вот, она уже не такая. Итак, я подкину свой класс этой кнопочки. Вот, и уже буду с этим классом работать внутри моего отдельного стиля. Вот, смотрю, как же все-таки мне ее, сволочь, уменьшить. Вот, ну, тут я смотрю, какие-то есть классы, высота определена ее. Ну, я попробую тогда ставить сюда important, потому что я смотрю, что они переопределяются. То есть
высота переопределяется самим Bootstrap, так, лишний символ. Вот, Important у меня сработал. Вот, и таким образом я ее переопределил. Но здесь, в общем-то, смотрите, тут ситуация такая, вот с этим Important, мы говорим о том, что вот, что бы там ни было перед этим, но высота должна быть 40. И никто другой не может ее переопределить. То есть я ее определяю, как бы, перебиваю, так скажем, в стиле предыдущего, там, Bootstrap и так далее. Но иногда говорят мне, что это плохой, ну, как бы, плохой стиль написания. Вот, потому что всегда есть такая, как это сказать, ну, позыв, что ли, у людей вставлять вот эти импотенты. Так вот, эти импотенты, они свидетельствуют о низком уровне, в общем-то, верстальщика, и иногда это может сыграть плохую шутку в плане того, если я потом начну менять этот стиль, например, высоту JavaScript'ом, то вот этот импотент мне может в этом помешать. Иногда такое случается. Вот, чтобы он мне не мешал, мне тогда придется в JavaScript'е обращаться не к классу, а писать класс, а потом еще элемент, в котором он находится. Ну, в общем, более четко определять этот элемент, чтобы перебить вот этот импот. Ну, ладно. Я пока по-быстрому сейчас накидаю. Так, padding top, чтобы оно сверху немножко отлипло. Вот, задам color для цвета, для шрифта. Вот, какой-нибудь беленький. Вот, и посмотрим. Так, ну что-то смотрю. А, color еще перебитый. Ну тогда им тоже, наверное, воткну всем по импотенту. Вот, потому что Bootstrap мне это все дело перебивает. Так, ну, в общем, кнопка, как говорится, почти. Только я вместо паддинга напишу margin. Это внешний отступ. О, теперь кнопка вроде как выровнялась, все нормально. Вот, определю ей путь, направлю ее на регистрацию. Вот, шлеп. Так, все. Теперь сохраним пользователя. Вот, и так у нас вот такое вот вьюшка получилась, контроллер, вот, которая сохраняет этого пользователя в базу. Вот, только единственное, что мне нужно для того, чтобы извлечь данные из поста, мне нужно каждому полю сделать какое-то наименование, вот, и потом из поста его вытянуть по именам этих полей. Вот так, значит, имя, фамилия, теперь по паролю, значит, у нас вот этот вот student класс, он наследник от юзера, от класса пользователя Django. Вот. А так как он наследник, он его расширяет, он имеет все методы и свойства оригинального класса user, которое в Django. Вот. И некоторые вот эти вот свойства и методы нужно как бы помнить и знать, что они теперь будут присутствовать и в student. И вот первый метод — это setPassword, это функция, вот, которая принимает в себе аргумент пароля, который человек ввел, и сохраняет его в базу. Причем сохраняет оно его в зашифрованном виде. На тот случай, если моя база куда-нибудь сольется, вот, то люди хотя бы не узнают пароли людей, которые туда зарегистрированы. Вот, дальше я сохраняю email. Вот, для этого я называю, соответственно, поле email. Вот, и выставляю флаг is active, для того, чтобы человек мог логиниться потом на сайте. Вот. И так мы столкнулись с такой проблемой, что забыли, в общем-то, забить юзернейма, то есть логин пользователя. Вот. И поэтому у нас в базу второй пользователь не заходит с пустым логином, говорит, что он должен быть уникальный. Поэтому я добавлю еще логин и возьму его с поля email. Вот. Вот такая вот была ошибка. Вот. Теперь пробую еще раз этого. Вот, и смотрю, что пользователь теперь зашел с корректным логином. Вот, что у нас дальше, значит? Дальше делаем форму логина. Вот, у нас куда-нибудь вот сюда вместо этого конвертика ее всунем. Напишем логин.
Вот, и сделаем ее какой-нибудь кнопочкой. Ссылочка. Вот она. Ссылочка появилась. Вот я уберу эту всплывайку. Вот, и вместо нее, то, что в этой всплывайке, я накидаю форму. Я накидаю поля формы с логином, паролем, с отметкой Remember Me. Вот, и посмотрю, как она будет красиво выглядеть. Так, вот. Вот, дальше я в форме добью метод. И метод, конечно, будет пост. Вот, и action. И направлю его в пустоту, то есть на тот же самый контроллер, который будет, в общем-то, отображать. Я, наверное, сделаю к нему контроллер отдельно, да, в views, сделаю папку views, вот, где буду хранить контроллеры или вьюшки по джанговскому. А эту views я отсюда перенесу внутрь. Вот, и буду называть, разобью эти контроллеры на отдельные файлики. Вот, и вот в этом init.py я буду эти файлики инклюдить, ну, как бы импортировать. Вот, вот этот init.py, он у меня будет служить как бы загрузчиком, скажем так. Еще, по-моему, называется фасадный модуль такой. Вот, то есть, если вы не понимаете, откуда оно грузится, открывайте init.py и смотрите туда. Потому что иногда оно не так явно видно, откуда то или иное импортится. Вот здесь у меня будет индекс и логин. Вот, логин — это будет у меня контроллер для входа в систему. Вот, направлю ее на шаблончик, подключу какой-нибудь welcome. Вот здесь, значит, в init.py я также импортирую из текущей директории все из файла логин. Вот. Дальше я создаю новый файл с роутингом. Вот. В приложении Dash создаю файл URL.spy, где прописываю роуты. Вот. Прописываются они в переменной URL patterns. То есть вот эта переменная, она фиксирована, как бы забита. Она должна именно так называться. Вот. Django его находит и подключает. Вот в этом URL Patterns я в списке определяю, какие у меня будут URL для конкретного данного приложения. Вот, то есть эти URL-спаи я делю мое приложение на много, вернее, роуты приложения на многие, чтобы не хранить все в одном основном роуте, который находится в настройках. При настройках проекта. Настройки проекта у меня в папке SB, вот здесь вот URL Spy. Вот, и здесь я имею такую возможность их инклюдить. То есть указывать не отдельно по каждому пути, да, а указывать путь и подключать отдельный файл URL Spy. Вот как это делает админка. К примеру, да, то есть я беру, говорю, что. Вот, для того, чтобы проинклюдить, я импортирую функцию include, и в ней уже указываю, что именно я включаю, какой файл, откуда, по какому пути, это папка dash, файл urls, и его включаю, в общем-то, в основной роутинг приложения. Так, теперь, значит, смотрю, ну, мне осталось в action забросить ссылку на мою вьюшку, вот, поэтому я буду использовать здесь такой шаблонный тег URL. Вот, этот тег мне позволяет строить урлы и направлять их на нужную мне вьюшку. Я мог бы, конечно, и не пользоваться этим URL, а писать просто прямо здесь, слэш писать. И... Но при таком раскладе, получается, если вдруг заказчик захочет поменять урлы, например, по всему сайту, мне придется по всему сайту лазить и менять. А так я просто залезу в роутинг, поменяю URL, и он автоматически везде, где я использую вот этот URL, и вот здесь вот использую имя роута, оно везде автоматически поменяется, и мне не надо будет
лишнюю работу делать. Поэтому вот здесь вот в URL я пишу еще дополнительно параметр name, вот, что мне позволит потом использовать в шаблонах тег URL и подкидывать туда в качестве аргумента вот это имя. Так, теперь я пробую раз, смотрю, что опять я забыл подписать форму этой секретной подписью. Вот, перехожу, значит, в шаблон и подписываю ее. Так, вот здесь вот у меня форма. И в самом начале я втолкнул эту строчку. Так, еще раз пытаюсь залогиниться. Вот, теперь ошибка по шаблону. Его не существует, поэтому буду его создавать. Вот, все шаблоны я держу в отдельной папке Templates. Вот, можно было их разнести по приложениям, но я предпочитаю так делать. На тот случай, если я передам как бы эстафету какому-нибудь верстальщику, то он будет работать всего с одной папкой Templates, а не будет лазить по проекту. Вот, по всей файловой системе. Так. Так, все, теперь шаблон подтянулся. Отлично. Дальше мне нужно залогинить человека. Вот, поэтому я проверяю, если он методом post вызвана эта вьюшка, тогда я буду его логинить. Вот, для того, чтобы его залогинить, я импортирую специальную функцию authenticate, которая помогает мне в этом. Вот, и дальше этой функции я подкидываю логин и пароль, и она автоматически проверяет и возвращает пользователя, если логин и пароль правильный. Вот. Дальше, то есть вот эта вот Authenticate, она аутентифицирует пользователя и ищет в базе, есть ли он такой или нет. Но теперь мне нужно залогинить его, а логинится он функцией Login. Но дело в том, что у меня и вьюшка называется Login, вот эта функция, и библиотека Login, ну или функция тоже Login. Поэтому будет конфликт неизбежно. Вот. Поэтому я ее импортирую под каким-то псевдонимом, ну так, для краткости назвал его L. Вот, и теперь я эту функцию L буду использовать для того, чтобы пользователя, если он найден, да, если он найден, я его логиню через функцию L. Так, теперь смотрю, проверяю, чтобы у меня все поля имели имена. Вот, а это поле логин и пароль. Это у меня username. Вот, и такая же штука с паролем. Так, name password. Хорошо. Так, ну тут не логин, а L функция. Вот, значит, ну, что она делает? Она просто забрасывает в куки секретики по пользователю, и потом из этих кук постоянно они передаются на сервер, и сервер может понять, что запрос пришел от пользователя, который залогинен, аутентифицирован. Вот. Ну, а если пользователь не найден, тогда я чего-то отпринчу в консоль. Так, ну вижу, что при неправильном логине оно, в общем-то, срабатывает, но я, как уже говорил, я исправлю в шаблоне. Я вижу, что шаблон не сработал на аутентификацию и не поменял, верхушка не поменялась после. Поэтому я тут ошибся, я неправильно назвал метод, из authenticate это называется. Вот. И им я буду проверять пользователя. Вот. Теперь, если он зааутентифицирован, я выведу его логин. Я его достану из объекта user. Это у нас будет параметр username. Вот. И сюда его втолкну. Вот. Теперь мне нужно убрать вот эту кнопочку, да? Так как он уже аутентифицирован. Поэтому я то же самое сделаю с этой кнопкой и укажу, что ее надо отображать только когда пользователь не аутентифицирован. То есть вот таким вот восклицательным знаком я делаю инверсию, вот, и завершаю условия NDIF блок. Так, ну тут все-таки not надо было, наверное, поставить, а не восклицательный знак. Да, вот такая вот у них инверсия в шаблонах, чуть-чуть отличается от питона чистого. Так, дальше я описываю ту ситуацию, когда он
не аутентифицирован. Я дам ему ссылочку на регистрацию. Ну, вернее, когда он аутентифицирован, я выведу ссылку на разлогин, чтобы он мог разлогиниться. Вот, и направлю ее на другой URL. Пишу URL и на какой-нибудь логаут. Вот, и точно так же, как и логин, буду описывать этот путь. Ну, в данном случае реверс. Вот это вот реверс, это когда он пытается из URL получить корректный адрес. Из тега URL. Вот. Но так как он у меня не описан в роутингах, он мне говорит, что эта операция реверс, она обрушилась. Вот. Поэтому я беру, делаю копию логина, напишу, что это логаут. Вот. Дальше, соответственно, изменю имя этой функции. Вот. Пока все это уберу, на логаут это мне не надо. Вот, теперь открою роутинг и добавлю туда путь по логауту. То есть я from. Так, здесь я импортирую эту функцию. Функцию logout, эту вьюшку импортирую в initpy. Вот в роутинге я уже его. Теперь прописываю его в роутинг, этот логаут. Добавляю еще один путь. Вот. Пишу, что это у меня имя этого роута logout, функция logout и путь тоже logout. Так, теперь я импортирую, соответственно, тоже logout функцию из Django. Ну и под псевдонимом каким-нибудь таким, да? Вот, чтобы он не конфликтовал мне, опять же, с именем моей вьюшки. Так, и тут я разлогиниваю этого пользователя. Вот. Но при разлогинивании я должен его достать. Вернее, не достать, а передать в эту функцию logout request. Вот. Потому что разлогинивать он будет именно в request. Так. И что? И дальше я попробую как-нибудь редиректнуть, что ли, человека на главную страницу. Вот. Ну, как-то редирект не сработал. Вот. Ну, не сработал, потому что, наверное, я его неправильно... во-первых, тут кнопка с этой всплывайкой. Вот она мне... JavaScript перебивает и не дает перейти на этот URL. Вот, теперь он перешел на этот URL, но редирект не сработал. Поэтому я посмотрел, как этот правильно редирект делать. Делается эта функция редирект. И вот сюда она вот так вот вставляется. Так, теперь проверяю, как он разлогинит меня. Ну вот он меня разлогинил, да. И теперь я логинюсь. Логинюсь и разлогиниваюсь. Все нормально. Теперь, как делаются формы на классе. Вот. Потому что все эти формы мы сейчас лепили в шаблон. Как бы руками, да. Теперь мы сделаем классы формы. Что является более... правильным и более удобным. Я делаю специальную папочку forms и там буду хранить файлы с определением классов форм. Вот. И первая у меня будет форма студентов. Вот. Поэтому я посмотрю, как делаются модельные формы. Так как у нас есть модель студентов, мы можем эту форму делать как бы на основе модели. Вот. И смотрю, как она делается. Значит, импортируется класс ModelForm, от него эта моделька будет унаследована. Класс модельки от нее будет унаследован. Вот, и единственное, мне нужно будет потом связать этот класс с классом модели. С классом модели. Делается это в подклассе мета. То есть это как бы мета-информация считается. То есть информация об информации. Так. И в этом мета я должен закинуть мою модель. Поэтому я ее сначала импортнул из models. Student models. Вот, импортирую класс student и добавляю его в переменную model сюда. Вот, ну и соответственно назову форму student form. Так,
Дальше я делаю урлы также для, ну, я уже сейчас нахожусь в папке Student, и это другое приложение, вот, которое будет иметь тоже свои урлы. Вот поэтому я под это создал файл url.spy. Вот. И, значит, определяю вьюшку, которая будет выводить мне профиль пользователя. В данном случае я все вьюшки держу в одном файле views. Вот, хотя это не сильно красиво. Лучше их разбивать по разным файликам. Вот. Теперь я беру и скопирую один из урлов и направлю его на URL профиля. Вот, скажу, что URL должен выглядеть как профайл, имя иметь профайл. И, да, соответственно, функция тоже. Ну и мне осталось эту функцию импортнуть из папки views, ой, из файла views. То есть from views я импортирую функцию профиля. Вот, далее мне нужно еще раз в главный роутинг включить роутинг из приложения student из этой папки. Так, смотрю, сервер отработал, поднялся, значит, все хорошо. Теперь открываю шаблон хедера. Вот, и где-то мне нужно теперь добавить ссылочку на профиль пользователя. Вот это моя ссылочка. И здесь в href я всовываю путь, где я определил этот роутинг. То есть использую, опять же, шаблоны tech.url, направляю его на профиль. Вот, обновляю страницу, смотрю. Так, еще раз залогинюсь. Шлепаю. Так, ну, теперь вроде как все хорошо, только шаблона не хватает, поэтому добавлю шаблон. Шаблон у меня называется profile.html. Вот, и теперь я попробую в шаблоне как-то вывести эту форму. Вот, я скопировал кусок HTML, который мне поможет, ну, который наследуется от славного лайаута, и здесь перенаследует блок контент в этом лайауте. Вот, я скажу, что это профиль пользователя. Вот, закрою этот дивчик. Вот здесь в заголовке укажу, что это профиль. Edit profile, или как-нибудь my profile. Вот, теперь мне нужно вывести форму. Так, смотрю, шаблон сработал. Как вывести эту форму? Для того, чтобы ее вывести, ее можно просто вывести вот так вот, форму. Просто переменную форму вывести. Но сейчас у меня в шаблоне этой переменной нет. Вот, поэтому я ее прокинул внутрь шаблона, внутри контроллера, вьюшки профайл. Я буду его перекидывать. Но для начала мне нужно этот класс импортнуть. Вот. Держу я его в папке forms, поэтому оттуда я из файла student я импортирую класс student. Вот, то есть смотрите, иногда я беру и в этом init.py я делаю импорт. И поэтому, если я так делаю, то мне вот это вот точка student, я здесь писать мне уже не надо. То есть мне немножко укорачивается импорт. Но в данном случае я init не использую, поэтому напрямую иду из файла, импортирую этот класс из файла. Дальше мне нужно теперь создать экземпляр класса studentForm. Вот. Ну, в питоне все это делается очень просто, как будто питон говорит, как будто это функция, я выполняю функцию. В других же язычках, как JavaScript, там Java, и подобных, я должен использовать ключевое слово new для того, чтобы создать экземпляр класса. Вот, ну, Python на это положил большой болт и сказал, не обязательно этот new. Я сам разберусь. Если это класс, создам экземпляр. Если это функция, я вызову функцию. Вот, ну и теперь я передам экземпляр этого класса, эту переменную, внутрь формы. Передаю я в виде из словаря, dictionary, вот, куда забиваю ключ форм, это имя переменной, и саму переменную определяю. Так, теперь мы будем выводить эту форму, выводить ее как положено. То есть я беру и прохожу по полям
в переменной форме. И вывожу конкретно каждое поле. Вот, смотрю. Ага, я немножко неправильно. Не form field, а field вот так вот. Так, вот, теперь мои поля, в общем-то, вывелись. Так, выведу еще и как поле, так и его лейбл. То есть название поля. Вот, теперь у меня и то, и другое есть. Вот, но мне это все надо как-то вывести по-красивому, как это в шаблоне делается. Вот как-то в form group завернуть это все дело, в свои классы вкрутить. Вот, поэтому я этот шаблончик потяну и его заполню. Вот, и здесь только единственное, что мне, наверное, придется убирать эти инпуты. Так, ну вообще здесь вот эти дивы, они содержат классы. Вот эти call sm и 12. У нас, так как это Bootstrap, у него 12-колоночная верстка, то есть страница поделена на 12 частей. Вот. И поэтому, если я буду раскладывать ее в виде сеточки, вот, то я это должен учитывать. И если, допустим, мне надо две колонки, я беру одно, делаю 6, и другое тоже 6. Тогда он у меня будет 2. Если надо в 3, то будет по 4. Вот. Ну, чтобы в сумме было 12. Так. Вот, то есть здесь делаю 6. И там 6. Так, это... Смотрю, куда мне вставить этот лейбл. Да, я его вставлю в placeholder, чтобы он название было внутри формы. Вот. Так можно сделать. Ну, я, может быть, попробую тогда сделать вот так. Лейбл вывести и field. А это все поубирать. Посмотрю, как оно будет выглядеть. Так, ну уже как-то получше, да, но все равно не хватает вот этих вот стилей от Bootstrap. Вот поэтому я нашел такую приблуду, как Django Crispy Forms, вот, которая мне позволит строить как бы эти формы с бутстраповскими стилями. Вот, я ее включаю в Requirements, включаю его в мое приложение, вот, и после всего этого у меня становится доступным вот этот вот лот Crispy Form Tag, таги по этому Crispy Form. И теперь я могу у каждого поля, вернее, попробую вот так, как в документации, Form Crispy. Ну, что-то все равно как-то не получается, поэтому тут нужно мне, получается, по полям все это разносить. Вот, поэтому так и сделаю. И единственное, что теперь я в поле добавлю S Crispy Field. И вот этот вот, называется это, по-моему, фильтр, как-то так. Он будет добавлять в эту форму нужные классы. Где-то там под капотом, да. Ну, что-то опять не сильно, да, получилось. Вот, поэтому я добавлю еще в настройки Scripsy Template Pack и укажу, что я использую Bootstrap 4. Посмотрю, поможет ли это. Во, теперь все хорошо. Теперь у меня подключились наконец-то стили Bootstrap. Вот, я немножко тогда, ну как бы, пойду дальше. Теперь я вместо центра уберу стиль, чтобы оно по центру не центрировало. Вот, и добавлю на форму кнопочку. Добавлю кнопочку, скажу, что это у меня кнопка Edit Profile. Вот, потому что формы, модель, ну вот эти классы форм, они не добавляют кнопки, их нужно вручную добавлять. Они только поля добавляют. Так. Вот, теперь, ну, я немножко промахнулся с этой кнопкой, я ее в цикл забросил, поэтому я вынесу ее за пределы цикла. Вот, теперь все хорошо. Вот, мне осталось теперь, что, заполнить эту форму. А заполняется она при создании формы, я могу указать параметр instance.
и в него забросить экземпляр объекта этой модели. А экземпляр у меня находится в request user.student. То есть, опять же, потому что я студента унаследовал от юзера, вот, а юзер, он будет всегда в реквесте сидеть. Django туда его забрасывает мне специально. Вот, поэтому я и достаю свой объект студента вот при помощи точки user.student. Вот, и теперь у меня форма получается заполнена. Вот, теперь как подгрузить сюда картинку. Вот, у нас в student есть поле image. Поле image. Добавлю его в мой класс моей формы. Просто возьму и в этот список добавлю еще image. Вот, у меня сразу автоматически появилось новое поле. Так как я разворачиваю его в цикле, то он отслеживает новые поля и их отрисовывает. Теперь я буду реагировать на submit формы, поэтому я проверяю метод, по которому вызвана эта вьюшка. Если этот метод post, я буду эту форму как бы тоже переопределять, но плюс я должен буду добавить в эту форму данные из реквеста моего. То есть я делаю из реквеста, достаю поля и достаю файлы. Так как у меня форма содержит файл изображения, вот, то он находится немножко в другом месте. Он находится в переменной файл. Вот. И если форма валидна, обязательно нужно это проводить, эту проверочку. Тогда я ее буду сохранять. Это функция save. У формы есть такая функция. Так, смотрю, опять проблемка с подписью. Ставлю эту подпись. Так, и вот теперь смотрю на ошибки, значит. User with that name already exists. То есть, получается, он хочет создать нового пользователя, а не отредактировать существующего. Вот такая вот проблемка. Поэтому мне нужно что-то с этим делать. Вот. Ну, во-первых, я еще втолкну форму параметр ng-type для того, чтобы в ней файлы появились. Вот, обозначу multipart form data. То есть без этого файлы у меня на сервер не передадутся. Так. Ну, сейчас ошибка в том плане, что при создании пользователя я должен обязательно указать что-нибудь на его, сколько ему на счету, поэтому я сделаю так, я просто в поле аккаунт укажу дефолтное значение 0. Вот. Так как я изменяю модель, мне нужно теперь make migration сделать, провести миграцию, создать миграцию и ее запустить командой migrate. Вот. И у меня база данных немножко изменится. И поле аккаунт станет необязательным. Вот. Попробую загрузить какую-то картинку. Так, ну вроде смотрю, что... Вот та ситуация, о которой я говорил. То есть у меня вместо того, чтобы отредактировать существующего пользователя, он создал нового создал. Поэтому мне теперь нужно, когда человек постит эту форму, в эту форму, в общем-то, добросить инстанс. То есть мало того, что я туда загружаю то, что идет из формы, я еще подкидываю туда инстанс, то есть объект моего текущего пользователя. И, соответственно, будет добавлен ID-шник этого пользователя. И он отредактируется вместо создания нового человека, нового пользователя. Так, пробую, значит. Изменяю все name. Вот, и смотрю, что все. Теперь он у меня отредактировался, а новая запись не создалась. Ну, в общем-то, это то, что я хотел добиться. Теперь, куда он мне картинку сбросил? Он мне ее сбросил в папку Student Images. Вот. Но мне это как бы не сильно нравится. Вот. Мне нужно, чтобы она попадала в папку Media, чтобы у меня не плодились эти папки внутри проекта. Поэтому я создам такую папку Media. Обычно так ее называют. Вот. И в сеттингах укажу, какую папку мне использовать в качестве пути, в качестве источника
где будут содержаться эти файлы. Значит, я указываю media.root переменную, вот, и направляю его в папку media и media.url. Вот, дальше я еще должен добавить вот такую вот ерунду в URL Spy, для того, чтобы Django, вот этот сервер, который здесь крутится, он мог эти картинки отдавать мне в админку. Вот. Ну, это такой небольшой хак, как управляться с медиафайлами. Еще раз загружаю картинку. Вот, смотрю, куда она у меня упала. Вот, сейчас она упала по правильному пути, в медиа, вот сюда вот эта картинка опустилась. Вот, собственно, то, что я и хотел. Вот, также эта картинка работает из-под админки, потому что я URL немножко подправил. Вот. Вот, теперь мне осталось эту картинку вы отобразить в интерфейсе вверху. Вот, возле юзернейма. Я ее получу из объекта user. Вот, дальше из объекта student. У него есть поле image, а в этом поле есть параметр URL. Вот, и здесь моя картинка появилась. Вот, попробую отредактировать, и она меняется. Теперь добавляем группы или классы студентов. У нас каждый студент в своем классе. Вот, поэтому в своей группе. Поэтому создадим еще один класс. Вот где моделька у нас, student, еще одну табличку. Вот, а любая таблица, она это класс, это модель, класс модели. Скажем, что это student group. Я специально не называю ее group, потому что такая group уже есть в Django, поэтому, чтобы не было конфликта, я говорю student group. Вот, и у нее будет какое-то имя в этой группе. Вот, и теперь я связываю студента с группой. Я создаю еще одну переменную в классе student, делаю ее foreign key, внешним ключом, который подвязываю к классу group, который у меня выше определен. И указываю поведение при удалении, то есть когда у меня будет удаляться объект группы, то у всех студентов этой группы он превратится в null. Вот. Есть еще поведение, значит, каскад. Если бы я здесь указал каскад, то если я удалю группу, то все студенты этой группы удалятся. Ну, мне такое не надо, к счастью. Вот, я могу сейчас удалять группу, и студенты все-таки останутся. Так, все, теперь провожу миграцию. Вот, добавлю админку к моим группам. Назову ее, ну, импортирую модель StudentGroup. Вот, и эту модель привязываю к классу админ. Админки сюда и сюда. Так, смотрю теперь. Добавлю форму моих студентов, еще и группу. У меня появилось же новое поле, правильно? Вот, смотрю в админке, как оно пройдет. Так, ну я заметил одну штуку, что вот здесь вот где student, у меня есть users, а здесь тоже users. А, в общем-то, должно быть группа. Вот, то есть я что-то накосячил с моделью, походу. Вот, сейчас я посмотрю, значит, модель. Да, я вижу, что вот student group у меня, он также унаследован от класса users, что, в общем-то, нехорошо. Он должен наследоваться от другого класса models model, джанговского класса модели. Вот, теперь... Вот, дальше, если я уж так ошибся, то мне за это придется расплачиваться тем, что я еще раз удалю нафиг базу, вот, сделаю миграцию и еще раз ее отмигрирую, еще раз ее создам. Вот, и также мне придется создать суперпользователя для этого. Вот. То есть я пересоздал все миграции. Так, и теперь смотрим. Так, еще раз регистрируюсь. Захожу. Вот, здесь теперь пошла такая вот ошибочка.
О чем она говорит? Она говорит о том, что он не может вывести картинку пользователя после регистрации, так как я ее ввожу в шапке. Он говорит, что нету там файлика никакого. Вот. А как бы требуется он. Ну, как тут можно поступить, значит? Ну, я могу поступить следующим образом. Я в классе Student немножко расширю эту модельку, вот, и добавлю туда такую вот функцию getImageURL. Вот, и в ней буду возвращать путь картинки. Причем я ее задекорирую декоратором property. То есть я этим самым я могу вот эту вот функцию использовать, как будто она не функция, а свойство. Вот, в шаблоне. Вот, без вот этих вот круглых скобочек. Потому что в шаблоне я не могу вызвать функцию. Вот так вот, круглыми скобочками. Я могу только свойство объекта вывести, свойство объекта. Вот, поэтому я вынужден декорировать его property. Вот, и дальше уже я здесь попробую вывести эту картинку. Вот, попробую в блоке try. Вот, а если этой картинки нет, тогда я опишу exception. Таким образом у меня система не обрушится при отсутствии этой картинки. Ну, естественно, я должен надо возвратить. Вот, ну, а если ее нет, я возвращу чего-нибудь, типа новый image какой-нибудь из папки static. Images, новый image. Вот, теперь я могу использовать это свойство в хедере вот здесь вот. Вместо ImageURL я использую getImageURL. Вот так. Так, обновляю страничку, что там у нас получится. Еще раз залогинюсь. О, и теперь, ну, нормас. Картинки такой у меня нету этой. Вот, она у меня ее не вывела, но зато и ошибки нет. Вот, меняю картинку. О, и у меня появились группы здесь. Ну, они пустые, потому что таблица группы не заполнена. Вот. Попробую как подкинуть какую-то группу из админки. Так, группы появились, но они ведь появились как-то непонятно. То есть дело в том, что при создании вот этой формы и при наполнении вот этого селекта, вот, система Django начинает использовать функцию, строковую интерпретацию объекта. Вот, и по умолчанию она вот такая вот некрасивая. Student, group, object. Короче, мне нужно переопределить это поведение модели. Вот, для этого существует специальный служебный метод, называется он str. Вот, и как только я его переопределяю, я переопределяю поведение вот это. Вот, и здесь то, что я возвращаю, и будет являться строковым представлением этого объекта. Вот, а возвращу я просто переменную name, атрибут name этого класса. Вот, теперь у меня все хорошо. Так, еще раз добавляю фамилию. Все сохранилось, все работает.